Универсальный тахометр со счетчиком моточасов и дисплеем аварийной сигнализации. Подходит для стационарных и подвесных лодочных моторов. Прибор поставляется с черным или белым циферблатом, а разметка шкалы также может отличаться в зависимости от модели. Тахометр – незаменимый прибор для моторной лодки или катера. С его помощью можно подобрать оптимальный режим работы двигателя и не превысить максимально допустимых оборотов. В комплекте руководство пользователя на русском и английском языках со схемой подключения и таблицей настройки прибора. Для установки необходим монтажный вырез диаметром 85 мм – это стандартный размер. Прибор фиксируется на месте с помощью резьбового кольца. Часть проводки уже смонтирована на прибор, остальная подключается с помощью типового разъема, который используется во многих приборах этого производителя. Схема подключения имеется в руководстве пользователя, разобраться несложно. Аварийная сигнализация будет работать при подключении к соответствующим датчикам. Тахометр нужно будет настроить под конкретный мотор, используя кнопку с обратной стороны. Коэффициент зависит от типа двигателя и количества цилиндров. Используйте табличку из печатной брошюры. Прибор оснащен подсветкой. В этой модели она только красного цвета, но довольно яркая и в темное время суток дисплей отлично читается. Тахометр Marine Rocket с черным или белым дисплеем для вашей лодки или катера.